Два поручительства на реализацию бизнес-идей с начала года предоставил жителям региона Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого округа. Речь идет о поручительстве по банковским кредитам и по договорам лизинга. Данная услуга помогает привлечь необходимую сумму банковского кредита при недостаточности залогового обеспечения. Александра Литкова продолжит. С начала года Фонд поддержки предпринимательства предоставил два поручительства. В первом случае документ был оформлен по договору лизинга, в результате чего предприниматель смог приобрести спецтехнику для своего бизнеса. Второе поручительство было оформлено по банковскому кредиту, в рамках которого был получен кредит на приобретение недвижимости в поселке Сахалин для организации торговой точки. Магазин планируется открыть 1 апреля. В этом районе нету магазина. Ну и вроде бы как удобен у дороги, подъезд, как бы так удачно вроде место показалось. На данный момент пока только завозится оборудование, частично уже что-то доставлено, что-то вот сегодня уже там довозится. Еще в октябре прошлого года Фонд поддержки предпринимательства Ненецкого округа заключил соглашение по предоставлению поручительства с окружным центром развития бизнеса. Теперь фонд может поручаться не только по кредитам банков, но и по договорам лизинга. Услуга помогает привлечь необходимую сумму банковского кредита при недостаточности залогового обеспечения. Если вы обратились в банк и вам говорят, что у вас не хватает залога для того, чтобы привлечь необходимую сумму кредита, либо если вы хотите приобрести транспортное средство, оборудование, спецтехнику в лизинг на более льготных условиях, то можете воспользоваться поручительством Фонда поддержки предпринимательства. По лизингу есть, конечно же, приоритеты для клиентов по лизинговому продукту поручительства, так как там не требуется собственных средств. То есть аванс по лизингу составляет 0. И процентная ставка по лизингу по данному продукту будет чуть ниже, чем по стандартным лизинговым продуктам. Срок рассмотрения заявки на поручительство составляет до 3 рабочих дней. При этом отдельного пакета документов собирать не нужно. Партнерами в рамках данной программы выступают российские банки. В частности, Сбербанк, Московский индустриальный банк, Банк ВТБ, Россельхозбанк. Поручительство приравнивается к залоговому обеспечению и может покрывать до 70% от суммы кредита, но не более 3 миллионов рублей. Вознаграждение за поручительство составляет 0,75% годовых от суммы поручительства для приоритетных отраслей экономики, которые утверждены постановлением администрации, и 1% годовых для прочих отраслей экономики. Добавим, к приоритетным отраслям экономики относятся сельское хозяйство, рыболовство, строительство, связь, здравоохранение, развитие народных промыслов. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».